Знаете, что делают турбореактивные авиадвигатели, отслужившие свой век в небе? Продолжают служить на Земле. Например, в передвижных электростанциях, которые широко используются в хозяйстве. Но, к сожалению, тепло отработанных газов, а их температура никак не меньше 400 градусов, пропадает зря. Кроме того, одно дело шум в небе и совсем другое на Земле. Остроумные решения сразу этих двух проблем нашли работники Института технической теплофизики Академии наук Украины и Запорожского объединения «Моторостроитель». Трубки с особыми ребрами, обложенные звукоизоляцией. Из таких трубок собран котел-утилизатор, он же шумопоглотитель. Выхлопные газы нагревают воду в трубках до 130 градусов. Электричество и горячая вода. ТЭЦ на колесах. Мощная и мобильная. Незаменимая для тех, кто осваивает новые земли Сибири и Крайнего Севера.